закончился матч Лиги Е, в котором приняли участие две команды – Федерация футбола Украины и «Аэропорт». С представителем команды «Аэропорт» Олегом Сагайдаком мы сейчас пообщаемся. Я поздравляю вас с победой. Скажите, как вам удалось ее одержать? Ну, на самом деле победа важная, хотя она как-то уже нас не выводила дальше по Лиге Е. Но мы все игры до этого, была у нас одна победа и три поражения, все поражения с минимальным счетом. Во всех матчах мы первые открывали счет, но потом проигрывали. Наконец-то мы сломали эту традицию. Вот. И приятно, что в последнем матче одержали победу волевую, проигрывая два раза по ходу встречи. Я знаю, что вас очень много голов сегодня. Вы забили хэт-трик. Скажите, как вы празднуете победу? Потом уже после окончания матча команды собираете? Ну, на самом деле у нас много семейных людей. Лично, ну, таких у нас празднований нету пока что. Но, может быть, если успешно завершим сезон, то как-то отпразднуем это. Ну, на самом деле, несмотря что я забил три гола, у нас был Юрий такой в команде, он очень сделал много для победы. Наш ведущий игрок, спасибо ему, что он отдавал передачи. Ну, все боролись. Вся команда выиграла, не только один человек. Скажите, а вот что лично для вас футбол? Это хобби, любимое занятие или это образ жизни? Ну, это, наверное, и то, и другое, и третье. То есть это неотъемлемая часть жизни. Мы играем, смотрим, и я считаю, что это хорошо. Что такое увлечение, вот, помогает и здоровью. Расскажите, как проходит тренировочный процесс в вашей команде? Как часто вы собираетесь, чтобы тренироваться? Ну, тренируемся мы примерно два раза в неделю, но это наш первый сезон этой командой, поэтому не очень успешный он, если можно так выразиться. Но когда мы первый раз выиграли, сказали, что это была самая большая сенсация. Вот. Ну, думаю, что мы стали лучше играть, и уже можно и на нас ставить иногда, что мы не такие же слабые. Скажите, а вот какими качествами должен обладать настоящий футболист? И в частности, футболист именно вашей команды. Ну, какие качества ценны? Прежде всего, заряженность на борьбу и бороться в каждом эпизоде. И чтобы в команде не было, чтобы единая команда была, чтобы никто друг на друга не кричал, даже все ошибаются, главное, чтобы все поддерживали друг друга. А существуют ли в вашей команде какие-то, не знаю, магические ритуалы или предыгровые какие-то моменты, когда вы собираетесь и, ну, бытует мнение, что суеверны все-таки футболисты, и они что-то такое вот делают, возможно, у вас есть какой-то талисман? Когда-то у нас была традиция перед матчем в сауну ходить, и тогда мы обычно всегда выигрывали. Вот. Но пока что таких традиций у нас нет в этой команде. То есть вчера вы ходили в сауну? Нет, вчера мы не ходили, но просто вы говорите, существуют ли какие-то команды, традиция. Раньше я играл за команду «Ветровоз», мы иногда перед матчем в сауне были, тогда успешно играли. Может быть, стоит применить сюда, но уже поздновато. Надо было в начале сезона это делать. Я поздравляю вас с победой и желаю вам дальнейших успешных матчей. Спасибо большое.